Деревенька знакомая теперь. А это не конец, что ли, получается? Более глубокий стратум. Чем глубже, тем труднее избежать. Это сон внутри сна, получается. Уходи, пока еще можешь. Ну туда, что-то... Какой-то мэджик, блин. Если этот purifying crystal can make that happen, make me normal, then I'm not going back until I find it. Yeah, so? Ну, пойдем искать. Ну, пойдем. Найдите очищающий кристалл. Осмотритесь вокруг. Осмотрелся. Я знаю, где кристалл. А еще что вы сделали прошлым летом? По всей видимости. Милота какая. Будешь со мной дружить? С радостью. Давай поиграем. Что за срань? Я хочу сыграть с тобой в одну игру. Не, ну видел, там красным даже написано. Это как в этом, в городе грехов. Это лифт. Он едет наверх. Оп. Очки. Ну. Есть такое. Добро пожаловать, Роуз. Обнимашки. Видать, заржавело. Угу. Ну, видать. 5 января, сегодня я пошла в школу. Я об этом так давно мечтала. Крепко обниму Криса, когда снова его увижу. В школе было много ребят моего возраста. Казалось, будто я героиня телешоу. Когда меня попросили представиться перед всем классом, я так испугалась. Но все равно было супер-пупер. Я заведу целую кучу друзей, попробую поболтать с ними завтра. 8 января. Я набралась смелости и решила пообщаться с другими ребятами. Но никто не хочет со мной разговаривать. Учеба дается мне очень легко. Я все это проходила с мамулей. Может, мне не надо отвечать на все-все вопросы учителей? Мальчик, сидевший сзади, и обзывался. Мои руки покрываются липким белым потом, когда я паникую. Сегодня был очень плохой день. 10 февраля. Учительница отругала меня за то, что я везде ношу с собой платок. Она говорит, что я уже не ребенок. Мальчики в школе постоянно называют меня мерзкой, хотя я моюсь каждый день и всегда ношу чистую одежду и беру чистый платок. Это все из-за того, что... Из-за того проклятого белого пота. Когда он появляется, я сразу его вытираю. Но иногда он не вытирается, и тогда я просто крепко сжимаю свой платок. Крис даже сказал учительнице, что это не заразно, но всем все равно. 4 апреля. Со мной наконец кто-то заговорил. Люси из моего класса сказала, что давно хотела подружиться со мной. Мы завтра вместе пойдем на обед. Даже не верится, я так рада. У нее есть подружка Кэтри, надеюсь, мы с ней и с ней тоже подружимся. Ну, судя по всему, нет. Ну, белый пот, это, конечно, странная штука. Почему такая
моднявая картина. А? Да хватит ты про серость. Смотри, сколько цветов. Радость, жизнь, праздник жизни. Кристалл так близко, но его не достать. Почему? Опять все оружие заберут. Ну, конечно. Блин, так это то же самое, что было в основной игре. У нее зашит живот, внутри явно что-то есть. У обезьянки болит животик, она даст тебе кристалл, если ты ей поможешь. Да без проблем, дайте мне что-нибудь. Что-нибудь, чтобы открыть обезьянку. Так, воду не надо расходовать. Надо экономить. Блин, у меня предположение, что здесь будут все 4 локации. То есть это DLC прям большое. Это вторая локация, ну, второго босса локация. Ножницами. Надо открыть ножницами мишку. Забитый шкафчик. Картина на полке, захламленный стол. Спасибо. Захламленный стол. Вот шкафчик. Код нужен. 44. Ноль два. Еще две цифры. Я так полагаю, это последние цифры, или? То есть 4402. Перед ними что-то еще должно быть. Конечно, это можно подобрать, но... А, понял. Забитый шкафчик, картина на полке, захламленный стол. Все, начало 02. И вот теперь надо что-то на столе увидеть. А, вот захламленный стол. 66. Все, ща посмотрим, что там в зайчике не так. Ща откроем, все починим. Где-то руки с потолка, не стоит паниковать. Все нормально, ничего необычного. Сейчас проведем процедурку. Чпуньк. Отлично. Зайчики не кристалл. В смысле, больно, я анестезию делал. А как? В смысле?
разница. Люси. No name. Так, ну, нужны фигурки. Может, ты добудешь кристалл, если разведешь огонь. Ядрить. Что мне это не нравится. Кукла, поза 1. Люси. Спорим с этой куклой и ее друзьями. Можно играть в самых разных местах. Вообще не спорю. Комната Джимми. У Джимми заперто. Чем же он там занимается? Really went all out. Угу. Красота какая, пипец. О, тут вечеринка. Че, меня не позвали? А торт есть? С ней никто не хочет дружить, убогая. Текст не прочитать. Да, блин. Тоже не прочитать. Тоже не прочитать. Типа надо поставить их там, где есть имена, я так понимаю. Видимо, таких мест еще не одно. Так вот. Ага. Так. Значит, надо еще третье. Да. Тут косяк с этой дверью, блин, пипец. Так странно открывается. Зря сюда я бегу, на самом деле. Добрый вечер, совсем не криповая фигура. Мы, кстати, с вами встречались уже. Ну как, не конкретно мы, но... по родственнику встреча была. Так, Люси. Тут no name. Блин, ну... So you want me to play with dolls? Люси. А. А, во, вот сюда надо сначала. Люси и Кэтрин. Люси. Люси моет щеткой туалет. А Кэтрин... А, ну нет, видимо, не совсем туалет, а не моет. А, это типа они ее отмывали. Прикол. На самом деле, так себе. Надо смыть с нее эту гадкую плесень. О, красный ключ от комнаты Джимми получается. Походу, надо будет еще один стрим на прохождение DLC. Че оно такое большое, я вообще не ожидал. Походу, с пол основной игры. Как смешно. И че? А. Давай. Го. Го вниз. Го вниз. Кукла поза 3.
это чё? Вполне мило вроде бы. Так, сейчас, значит, надо... Хоть меня преследовать. Так, нам надо сейчас в ту комнату, которая с тремя куклами была. А это бот на финал очку. Как будто каляк-маляк становится больше с каждым разом. Может, даже не как будто. Так, Люси ставим на место. Подожди, Кэтрин. Где Кэтрин должна быть? Тут не важно. Так, ну, наверное, клоун дарит подарок. Обе руки вытянуты, словно на что-то держит. Найден. Да. Ну вот, держит подарок. Здесь, видимо, Люси. Длинную палку. А, тут еще такие описания. Прикол. Ну, естественно, эту, которая тычет пальцем. Как смешно. Темноволосая кукла. Угу. Все, последняя. Да ёшкин крот. Там был лёгкий испуг. Так. Окей. Сюда, наверное, вот эту надо поставить. Так. Да, видимо, кто держит. Д. Д. Пойдите или сюда вот эту надо. Хотя нет. Она должна быть в стороне, я более чем уверен. Да. Все правильно. Seriously. Fuck you. А ключ от чего? А, щитка. Блин, а почему? Они прям реально дублируют. Здесь, по сути, дублируют игру основную. Тоже щиток надо включить. Прикол. А, ну хотя это логично, как будто. В основном воспоминаниях. Езжаю. Точнее, выезжаю. Это эта кукла, получается, которая... Криповая, с ней общается. Прикольно, если да. Но по идее не должна. Эти ведра откуда-то взялись? Блин, тут были всегда. В смысле? Какая нахрен карта из щитка? Что вы еще от меня хотите? Так, элеватор. Че? А че, в спальню что-то подобрать надо? Через пролом, вокруг. А, там эти предохранители. Ага. О, кек. Механика, что надо стоять, смотреть, чтобы она не двигалась. Прикольно. Ну, крипово, но прикольно. Ой, на кухню не надо. Подожди.
Да блин, не туда пошла. Вообще почти не крипово. Да, а подожди, а чё? А, стой. Подожди, мамуля. Чем это буквально ее мамуля. Стопе. 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 Мамуль, не надо. Да не говори-ка. И чё? Блин, как крипово. Как же крипово. Как же крипово. Блин, реально как докторе кто себя чувствует. В смысле? Что? А что? Я должен был сделать-то в вашем мирке, блин. Какого хрена? У меня вариантов-то не было. Она встала в проходе, и это сзади встало. Пипец. Чё за хрень? Не-а. Но Андрей тоже про него писал. Что это типа резик с динозаврами. Но я видел эти видосики, картинки. Правда, по-моему, даже не геймплейные. Стоять. Опа-опа! И чего теперь? Как это обойти теперь? Ладно. Ну как-то обойти можно. Стоять. Стопе. Блин. Да чтоб вас! Да чтоб тебя! Jesus Christ, Lord Almighty, блин. Кстати, да. Ну чё, почему бы нет? Почему бы не добавить чего-нибудь свеженького? Какие нахрен зомби? Да блин, какого хрена? Как ты так рядом-то оказалась? Можно какие-то, блин, дать, не знаю, что-нибудь еще, кроме самой механики, блин, состояния, смотрения. Ты охренел? Ты лишний шаг сделал. Брат.
Так. Налево. Да пошла ты. Пошла в жопу. Все, и стойте там. Покеда. No. Do you know where it is? I've gathered some friends just for you. Да я с ним уже наигрался, блин. And maybe I'll tell. What is going on here? Poor little Rose. I'm waiting for you in the back. Давай поиграем в прятки. Сумеешь дойти сюда и не попасться? Так я уже дошел. Да блин. Нет. Что вы от меня хотите? Сюда. Блин, че по кругу прошел? Че? Ладно. Это друзья побежали. Понял. Какие классные друзья. Здесь не по паттерну ездят, они просто так. Тебя вариантов-то немного, блин. Нет! А. Просто на похрен перед ней прибежал. Так. Вот это мне не нравится. Давай, давай, аккуратненько. А можно? Спасибо. Так, куда нам? Туда. Да в смысле? Ни хрена ты меня не нашла. Пошла ты! Откуда ты взялась-то, тварь? Меня запалило-то. Да блин. Так в чем проблема-то? Что у тебя ни хрена нету? А-а-а. Ну
ладно, это было просто. О, ничего себе, чекпоинт. Какая щедрость. Он просто... Блин, он достает отсюда. Да почему ты не достаешь-то? Так. Чат возвращается туда. Можно пробежать сюда. Теперь надо туда. Так, нет. Вот это окно. Теперь, видимо, он туда. Блин. Гнида. Я надеялся, что она сюда не залетит. Не, ну можно считать, что они в какой-то степени зомби. Все мы в некоторой степени зомби. Спидран. 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 Да как? Неужели это нельзя заявить уже? Что никто не едет. Так. Что-то долго окно прям было, пипец. Что, я сейчас могу пробежать туда? Коп. О. Давайте развлекать. Большая хлебака вылезет. Так открывайся уже. Блин. Надо обязательно подойти. Слом же на небо смотреть. Просто на язычок. Зачем я сюда пошел? Чё, сейфбой где? А, нормально.
Или на кукол тоже это, что ли, шляпа действует, может? Надо просто застанить боту. Да в смысле? В тот раз не нашла. Блин. Какого хрена? Душный уровень, капец. В итоге. В оригинальной игре это место было интереснее намного. Да пошла ты нахрен! Хрена found you, блин. Я вообще не в зоне видимости был. Блин, какой-то тренд было, видимо, делать DLC хуже основной игры. Ну, в смысле, конченый. Сюда не достает, блин. Да пипец. А, может, сюда? Нет. Говно. Так, бляха. Как по-правильному это сделать? Да в смысле? Как это сделать по-правильному, я вообще не понял. Что за бред? Так и так парит, а там издалека нельзя это использовать. Чухня какая. Давай ковыляй за ней. Давай, ускоряйся. Офигеть, так ты сейчас сдохнешь, блин. И опять загружаться придется. Да блин. Да чтоб тебя, пошла ты нахрен. Как это бесит. Ладно, хотя бы сейв здесь сделали. Спасибо и на этом. Пошла ты. Походу ее реально надо в любом случае убивать, потому что это... Потому что это иначе жопа была бы.
чё, я в обратную сторону пошел? Чё, не понял. Кухня. Куда? Чё надо-то? Зачем я обратно иду? А? Я ни черта не понял. Кухня. И чё? Кухня. Спальня там должна быть. Сейчас я могу сюда пройти. Блин. О, как неочевидно. Я думаю, это бессмысленно с ее точки зрения. Как она выдержала? Сейчас убегание. Да пошли вы. А чё, какие варианты здесь были? Можно узнать? Типа я же просто бегу. Как я могу бежать иначе? Бегите от кукол, ну. Офигеть. Собственно, этим я и занимаюсь. А, типа, ну я мог на кухню забежать зачем-то. Чего? Опять что-то неочевидное. Реально какая-то проблема с DLC. Вообще жесть. Это чтоб цену оправдать, что ли, как-то? Ну давай! Да, блин, да я за дверью уже был. Я что-то вообще не понимаю. Чего вы хотите-то? Что я должен сделать? Я не могу здесь пробежать быстрее, блин, чем она бежит. Блин, ну чё ты встала-то ещё? И кастануть я не могу эту хрень. Блин. А, я не ту кнопку жал.
Значит, сомневаюсь, что мне надо именно это каст делать в нее. Хотя... сработало даже. Ну так, давай. Прикол в том, что у меня больше таких нету. И чего, блин, так чего? Чё за хрень? Как это проходить? Просто слов нет. А как? Как это нормально делать, я не понимаю. Без использования этой шляпы. Я ни хрена не понимаю. Она не может бежать быстрее, блин. Так а чего сделать-то надо? В чем приколюха-то? Смотреть травы нету, чтобы восстановить на будущее. Типа один раз я переживу. Но толку мне с одного раза. Ладно, тут, видимо, надо было просто побыстрее там проходить. А если бы у меня не было этого одного заряда, что бы тогда делать? Там куда вообще нереально добежать нормально. Либо там как-то мансить надо. Ты его презираешь? Привели из-за меня, а по-хорошему ты скажешь, что защищая меня. Это красивше звучит. То иначе звучит странно. Try to imagine what he might have said to me. Ну точно ее отец, как будто бы. Оп, они уже дома. Where are we? Дома у вас. Так, ладно, надо. Надо посейвиться безопасно. Бывало. Look at all the decorations. Some kind of party? Так, тут сейф-то есть вообще?
блин. Че, не спеши? Не спеши осмотреть. Ладно, я думаю, что автосейв все-таки здесь есть. Не забудь посмотреть наверху. А, во, все, сейф есть нормальный. Фу. Ладно. Все. Тут, походу, еще на целый стрим. Потому что DLC оказалось намного длиннее, чем я думал. Сегодня 2-3 часа практически уже потратилось на него. И, судя по всему, это еще не конец. И, вероятно, еще будет пара локаций. Или, не знаю, короче, что-то еще явно будет. Так что в четверг будем доигрывать. В пятницу, скорее всего, уже тогда будет третий резик. Вот. Кстати, да. Согласен. Что-то... Ну, блин. Ну, какая-то странная, да. DLC какое-то странное. Это как будто реально какая-то другая игра. Не резик, просто какая-то адвенчура с магией и хоррором. Согласен, что на резик уже не похоже. От слова совсем. Но надо допройти, чё бы нет. Немножко лор закрыть. Этой части, по крайней мере. Вот. Ладно, все тогда. Доброй ночи вам. Хороших снов. Увидимся в четверг. Пока.